Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 195. Почему у нас мертвецов обманывают? И нужно ли им это? Простите. Вопрос 195. Почему у нас мертвецов обмывают? И нужно ли им это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея 26:12. «Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Деяния 5:6. «И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили». Что означает «приготовить»? Мы можем только предполагать, но в житиях святых есть описание того, как обрежают умершего, в том числе его омовение, то есть протирают мокрой тряпкой. Лично я даю завещание, как святой Евдоким, чтобы меня не обмывали, не раздевали и похоронили в рабочих сапогах, самых рваных, и во всем рабочем. Еще лучше в тюремной робе. Это лучшая моя награда.